Сделать двигатель, если не вечным, то хотя бы максимально продлить срок его службы. Такова задача мастеров участка по ремонту энергетического оборудования ремонтно-строительного управления в Мирном. Сюда на ремонт поступают вышедшие из строя электроагрегаты. Как происходит процесс реанимации техники, расскажет Руслан Фаткулин. Валентина Каритная кропотливо наматывает на станке один виток проволоки за другим. Так подготавливается внутренняя часть любого электродвигателя – статор. Перед обмотчицей – агрегат с прииска водораздельной галечники. Недавно он вышел из строя. Здесь, на участке ремонта энергетического оборудования ремонтно-строительного управления, двигателю дадут вторую жизнь. Данные есть. Вот бригадир такую бумагочку нам дает. Это данные тут. Какой провод, какого диаметра, сколько витков, сколько секций, картушек, сколько. Вот это я наматываю. В соседнем цехе коллеги Валентины Ивановны уже ждут обмотку. Здесь витки медной проволоки аккуратно укладывают внутрь агрегата. От того, насколько качественно это будет сделано, напрямую зависит, заработает ли вновь двигатель. На участке возвращают в работу самые разные двигатели. От небольших, например, из кухонной вытяжки в детском саду, до крупногабаритных, от мельницы с обогатительной фабрики. Работы хватает, ведь двигатели используются везде. На горной технике, в насосах, вентиляторных установках, дробилках и станках. В ремонт приходит со всего, как сказать, со всей площадки мирнинской. То есть это и рудники подземные, обогатительная фабрика, полностью со всего. Также и городские, котельные всевозможные. Везде, где есть электрооборудование, электродвигатели, все сюда приходят в ремонт. После того, как агрегат поступит в цех, его разбирают, убирают поврежденные детали и промывают. Далее обмотчицы приступают к укладке витков новой проволоки. Подмечено, что с такой работой лучше справляется прекрасный пол. За месяц в цехе возвращают к жизни примерно 30 двигателей. Много времени уходит на ремонт недорогих агрегатов китайского производства. Металл в них быстро изнашивается. Поэтому в последнее время «Валроса» стали делать ставку именно на отечественного производителя. Мастера подтверждают, наша техника надежнее и ремонтируется легче. Руслан Фаткулин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».